Да не капай ты, а! Неловкое положение меня ставишь. Миш, давай еще раз. Какой был план? Да уматный план, шеф. Вы башляете, мы мутим ферму. Баклан разводит крабов, мы их продаем и отмываем нал. Да какого этот баклан вместо крабов меня разводит? Бабки где? Бабки где? Или ты хочешь, чтобы тебе крабы виски подровняли, а? Партия протухла! Деньги не заплатили! Я верну деньги! Конечно, вернешь! Или вон, с крабами на палочке пойдешь. А ну-ка, подними. Помогите! Крабик, зацени. Ну, опять со своим тряпкой. Ну, нравится, бери. Не видишь, я занят. У меня у брата бизнес есть. Один звонок, и все. Вау! Теперь свободен. Это дом моды Ланского. Я поеду в Москву и его тряпками отмою наши бабки. Ну, что? Нормальная тема. За швабру держись, мужик! Куколка, ну мы уже много раз это обсуждали. Зачем ты сама попрешься в эту Москву? Чтобы ты перестал называть меня куколкой. Ай, больно! Ладно, и где твой Ланской? Monsieur Ланской, félicitations! Votre collection est devenue un vrai bijou de la Fashion Week de Paris. Et maintenant, vous recevrez le titre de couturier. Ваня, я в заднице. Через два дня показ. На кону Париж. А у нас ни мебели, ни декора. Еще эта долбежка за окном. Но это невозможно! Возможно, если вы банкрот. Я не собираюсь урезать смету. Если у Пегаса отрезать крылья, он станет обычной лошадью. Метафора, конечно, красивая. Но у нас даже на лошадь нет. Даже на осла. Хотя нет, на осла есть. Че ты несешь? Мне второй осел не нужен. Ну да, с тех пор, как ушла ваша жена, ваши коллекции... Прям... Заткнись! Ваня, ты что, меня побесить пришел? Нет, я пришел напомнить, что у вас встреча с клиенткой. Когда? Она начнется минуту назад. Фразу про Пегаса запиши, пригодится. Ну, не знаю. Мне кажется, это платье меня полнит. Вы слишком строги к себе. Оно вас не полнит, оно наполняет вас женственностью. Ланской, я уверена, что вы всем так говорите. Всем? Да большинство я просто не пускаю на порог. А вас сразу чувствуется вкус, шарм, страсть. Я даже готов предложить вам стать инвестором моей новой коллекции. Неожиданно. Обожаю Францию. Я думаю, мы сможем найти с вами общий язык. Мадина Олеговна. Не надо, пожалуйста. Мадина Олеговна. Чекотно. Мадина Олеговна. Марин, ты там долго еще? Здрасте. Здрасте. Уже иду. Хорошо. Платье беру. А ваше предложение продолжим обсуждать позже. Да нет, счастье мое, у меня все нормально. Работа кипит полным ходом.
Скоро очень важный показ. Ну, а потом я вместе с коллекцией прилечу к тебе в Париж. Все, доча, я сейчас больше не могу говорить. Давай, я тебя целую. Нет, маме привет не передавай. Давай. Что? Приехал наш потенциальный инвестор с Сахалина. Нормал. Значит так, здесь все вопросы решаю я. Ты просто таскаешь сумки, молчишь. Усек? Галина, вы не поверите. С момента вашего звонка я секунды считал до нашей встречи. Здравствуйте. А вы точно хотите стать партнером, а не моделью? Ой. Вам так идет этот красный комбинезон? Спасибо, правда, зря его в самолет напялила. Знаете, пока снимешь, наденешь, такая очередь в туалет образовалась. А давайте я вам покажу дом моды Ланского, прошу. Это святая святых. Место, где завтра будет происходить магия. Иван, я просил тебя разобраться с этой долбежкой. Увы, рабочих не заинтересовал ваш автограф. Минутку. Чё ты несёшь, а? Чё ты несёшь? Да не волнуйтесь вы, мы же теперь партнеры. Теперь ваша проблема, наша проблема. Точнее, уже не проблема. Давай, реши вопрос. Я думал, вы тут все решаете. Минуточку. Ты чё несёшь? Ну, ладно. Турел? Здесь Москва, а не Южный. Бери. Угу. А на стройке коренные москвичи. Вот зачем тебя ко мне приставили только, на? Сам разберусь. А чё залип? Может, еще сфоткаешь, чтобы дом поподробнее рассмотреть? Да это, извиняйте, я выход искал. Ты кто? Я это, Миша Сахалина. С тачкой помочь там, и корки намутить, в киношку сходить. Спасибо за резюме, мы вам перезвоним. Да ладно, что ты царапаешься, я аж извинился. Повежливее надо быть, девочка все-таки. Ты такой внимательный, странно, что ты выход сам не нашел. Я тебе помогу, Вадим. Дома просмотрим. Вали! А это за кулисы нашего театра. Кать, ну что ты делаешь, отойди. Это платье для одной модели, ужин надо. А тебе советую сегодня перестать есть. Кирилл Анатольевич. Желтый. Переделать. Даже не думай. Шов на 0.5 миллиметра шире. У меня самая лучшая команда. Семеновна, еще раз уснешь, проснешься без работы. Прошу. Зачетные фифы. Это что такое? Здорово, работяги. Бомбическая новость для вас. Завтра выходной. А ты кто такой? Я? Миша Сахалина. Ну, конкретно сейчас из дома моды. Понятно. К нам уже приходил один ваш, но фуфыренный. Так и быть, повторю, а не пойти ли вам на... Не, мужики,
Давайте договоримся по-братски. Мы если сроки профукаем, у нас в карманах будет пусто. Какой нам резон? Вижу, вам девчули приглянулись. Ты дебил? Мы модели, а не стриптизерши. Да какая разница, перед кем попой крутить? Можно нам еще сразу с ними переспать? Ну, чтоб наверняка. Воу-воу-воу! Это вам надо! Нет показа, нет работы. Глядишь, он в натуре на шест запрыгните и все. Девочки, подождите. Он же и правда для нас старается. Сейчас выйду. Другое дело. Ты чего? Девчонки, сейчас она меня получит. Долго ты с ней кататься будешь туда-сюда? Беси! Веселее! Да не парься ты, никто к тебе не будет приставать. Если что, я их в их же бетоны закатаю. Пойдем. О, нормал. Гляди-ка, мужики, не обманул. Ну что? Наслаждаемся искусством, мужики. Хорошая. Хороша. Хорошо. Ништяк. Если бы на нас упала! Миша, а чё он меня оскорбляет? Ты ж сказал, если что, в бетонах закатаешь. Баб мы не бьем, а вот ты зря каску не надел. А вот теперь и ты потанцуешь. Мужики, не советую. А ну-ка, дай-ка я... Конечно, не по-пацански, но тебе прощается. Ой-ой-ой. Ну чё, мужики, я предлагал вам выходной, а теперь больничный. У нас на Сахалине этих устриц хоть тумбочки подпирай. О, я вижу, настало время обменяться автографами. Но есть один моментик. Какой? А что, если мы из вашего маленького дома моды сделаем огромный бренд, который будет украшать каждый торговый центр? Что? Вы хотите сделать из Ланского ширпотреб? Масс-маркет. А знаете, как говорила Коко Шанель? Если мода не пошла в народ, значит, это уже не мода. И именно поэтому моя тетка из деревни говорила: охренеть! Коко Шанель! Галя, Ланской занимается не просто модой. Это искусство. Если бы да Винчи наштамповал Мона Лизу на всех, то в Лувры можно было бы не ходить. Поэтому, пожалуйста, переделайте договор и побыстрее, потому что показ уже завтра.
А знаете, как еще говорила моя тетка? Зайка моя, не выпендривайся. Жушу дают. Предлагать такое Ланскому – это как носить ботфорты с шортами. Для вас поясняю, это неприемлемо. Слышь, Ланской, за 10 лет у тебя выстрелила только первая коллекция. Поэтому вкладываться в твой показ – это как салют на День города. Да, красиво, но нахрен никому не нужно. Усек? Значит так, счастливо оставаться. Сахалину привет. В Москве прошел Moscow Fashion Show 2010, где настоящий фурор произвела джинсовая коллекция Кирилла Ланского, или, как его теперь называют, «Надежды русской моды». Его коллекцию отметил даже известный кутюрье Карл Лагерфельд. Марина Олеговна, а что по поводу показа? Будет тебе показ. Давай, разгружай. Ну что выперлись, мои скудоумные друзья? Решили на живого гения полюбоваться? Любуйтесь! Только недолго, потому что показу быть! Или не быть. Вот в чем вопрос. Да как такое возможно? Он декоративный. Господи, ну почему именно сегодня? Почему именно в день показа? Господи! А, вот кто на меня эту проклятую проверку сегодня наслал. Слушайте, постановление пришло из Минстроя. Подписанное мужем вашей клиентки, пожалуйста. Может, вам ее набрать? Не надо. Я его в асфальт закатаю. Я предлагаю на время показа закрыть его дом моды. От безысходности он сам себя куда угодно закатает. Ладно, не хнычь, высокомодник. Мое предложение без твоего показа в силе. Да вы не понимаете, это не просто показ. Это был последний шанс в моей жизни. Я сюда таких людей пригласил. И если показа не будет, то мои коллекции не то что в масс-маркет не возьмут, даже на рынок не возьмут. Ну, давайте по-бырому как-то снимем помещение. В чем проблема? Пока переедем, пока все установим, пока предупредим гостей. Все. Пока показ. Так а места много надо? Просто есть одна мыслишка. Вот. Только нужен ваш автограф. Понимаете, что показ на стройке – это безумие? Зачем я вообще вас послушал? Для того, чтобы я теперь слышала твое нытье. Пошли, пошли, пошли! Осторожно.
Ой, Миша, спасибо тебе большое. Извини, пожалуйста, что такую подставу устроила. Го на свиданку. Вот так, может, попробовать извиниться? Ой, Миша, спасибо, что на стройку нас пригнал, чтоб мы ноги все себе переломали. Так сойдет? Господи, как вы ходите на них, а? Ты что сделал, идиот? У меня сейчас выход. Для симметрии. Лучше каблуки сломать, чем ноги. Так, ну-ка сейчас отсюда, быстро! Все. Что ты стоишь? На подиум, живо! Как я пойду? Босиком! Очки! Живо! Стой! Ты придурок! Это что, символизм? Глава вы из еды. Пан Скуй хочет сказать, что женщина не должна быть жертвой современной моды. Браво! Браво! Так, а теперь слушай меня внимательно. Снимаем туфли. Краску и на подиум. Пошла. Давай. Пошла. Давай. Давай. Ханской, ты превзошел самого себя. Хотя, учитывая твои предыдущие достижения, это было совсем не сложно. Я приглашаю тебя на Moscow Fashion Show. Выступишь хорошо, поедешь в Париж. Спасибо, Альберт Викторович. Простите. Слушай, не зря говорят, в Москве темп жизни выше. Не успел приехать, уже в отношения ввязался. Отношения? Ну да. Я хоть из Сахалина, но не моряк. А по-моему, ты поплыл. Ладно, я погнала. В смысле? Ну что тут с тобой только... Мы просто переспали, без обязательств. И это... Без обид, ладно? Ничего. Ты еще узнаешь Мишу с Сахалина? Галина Николаевна, я вам должен кое-что сказать. Ну, как вы сами понимаете, после сегодняшнего показа мне уже не до масс-маркета. Ну, вы не волнуйтесь, я уже созвонился с юристом. Компенсацию за расторжение вам выплатят, но чуть позже. А ты, высокомодник, неблагодарный. Я тебе и показ устроила, и дом моды открыла. Кстати, и вот таким вот образом. Не надо, отпустите, что вы делаете? Привет! Помоги мне! Люди, что? Отпусти! Нет, пока! Так что теперь ты мой. До завтра.